Друзья мои, всем привет! Очень частый вопрос. Женек, где взять автомобиль для работы в такси, если нет собственного? Я не всегда мог ответить на него, но сегодня я это могу сделать. Я представляю вам таксопарк «Молния», у которого огромный выбор собственных автомобилей для работы в комфорте и комфорт плюс классе. Итак, вы просто приходите в таксопарк, берете чистый автомобиль со всей документацией и начинаете работать. Условия 50 на 50. Отрабатываешь 12 часов свою смену, приезжаешь и получаешь деньги. Помимо всего прочего, у ребят есть огромное количество классных плюшек и бонусов. К примеру, если ты встаешь в пятидневку с воскресенья по четверг, то ты можешь заработать в качестве бонусов от 9 до 16 тысяч рублей. И это круто! Парки есть на старой деревне Парнасе и метро Ладожская. Все дополнительные вопросы вы можете задать по телефону, который видите у меня за спиной. Приходите, берите автомобиль, и будет вам удача и море денег. По скрипту, когда позвоните, назовите промокод «Такси Хайп» и получите дополнительный бонус специально от меня. Пока-пока! Здравствуйте, Английский проспект. Да, верно. Ну что, заказов много-то сегодня? Я не знаю, я буквально два заказа только сделал. Это третий. Пока зима не началась, сейчас холода, да. Хоть поднялись-то заказы там? Ну, конечно. Чуть больше, да, стали получать? Да, ну, на круг не... Кому как, кто-то, у кого-то просто есть в голове определенная сумма денег, которую он готов зарабатывать за день. Просто он сейчас эту сумму зарабатывает за более короткий период, чем раньше. Вот и все. Ну, если кто-то хочет там больше заработать, тот работает больше, да, и заработок больше. Ну, лучше стало, конечно. Понял. И что, каждый день таксуете, что ли? Без перерыва? Не, ну, если без перерыва можно... так скажем, поехать, стать инвалидом. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. По голове, поэтому нет, конечно, не каждый день. С выходными обязательно, иначе как? А какой смысл тогда работать? Семья, свои дела какие-то и так далее, если не делать это. Да, машинка-то неплохая, конечно, на такой... Не таксовать надо, на такое надо дела делать серьезные, я думаю. Mm-hmm. Ну? Но выборов нету, да, никаких? Ну, пока что. Что-то есть, что-то нет. Всегда все непросто. И кто-то, не забывайте, что кто-то из таксистов все-таки таксует для души. У меня свой бизнес, я так чисто для души, да? Вообще-то я не таксист. У меня свой бизнес. Придумайте что-нибудь поинтереснее. Таксопарк «Такси Хайп» лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше тысячи в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Ты, да. Таких столько, да. Я встречал. Да. Да. Так и есть. Так и есть. А вот там магазинчик будет в ближайшее, остановите, там сигарет надо купить, тортик. Я заплачу, если что. Не, ну если недолго, то остановимся. Вы просто скажите по дороге там, какой он будет, и я остановлюсь. Мне хорошо. Не особо важно. Здесь сейчас будут какие-то магазины там по дороге. Вы смотрите просто, вам что нужно там просто. Да, сейчас. Сейчас просто сейчас, здесь сейчас. Пока я в этом ряду останусь, может быть, припаркую где-то там. Вон там можно, вот местечко как раз. За Нивой? За Нивой, да. Хорошо. Там магазинчик, вот я увидел. Хорошо. Только по безналу, да, этот катаете, так потому что, ну тогда так надежнее, потому что... Ну, я, да, в основном, ну я могу поставить, если по безналу идут заказы, то я ставлю только безнал. Если по безналу немного заказов сыпется, то я еще и нал включаю. Вам
Подработочку я нашел. Что? Подработочку вам нашел. Подработочку? Сходите, купите мне две пачки Кэмела и шоколадку. Сдачу себе заберете. Нет, ну а че, вам-то что, не дойти, что ли, вон здесь? Я же не этот самый, не ваш личный водитель. Вы, значит, самый дорогой водитель на сайте самых дорогих водителей. Я настолько дорогой водитель, что у меня у самого есть водители. Там или как тире там... какой-то помощник. Вот магазин, вот дверь. Сходите сами, докупите. Я такими вещами не занимаюсь. А у вас принципы типа? Не принципы, но просто мне это не интересно. Если вам нужно, идите, вы жену с руками, с ногами. Если я понимаю, вы там на костылях или без ноги были, а вам-то еще не дойти, что ли? Ну дойдите. Да, интересный попался. Все ходят, а вы какой-то сизым, что ли, да? Все ходят, ну. А сегодня первый раз кто-то не пойдет. Вам нужно пройти просто самому, и все. И, кстати, время... Нужно, да? А вы в курсе, что вы здесь не мешок картошки-то везете? При чем здесь это-то? При чем здесь мешок картошки? Я должностное лицо все-таки, как-никак. Кто вы? Должностное лицо. А что за должность у вас, если стесняюсь спросить? Я муниципальный депутат. А-а-а. Между прочим. Я понял. Прекрасно. Ну, хорошо, ну, и что? Ваш, не хотите сходить как-то? Ну, вообще, как бы, нет, не хочу. Пускай вы будете хоть трижды депутатом, я... Причем здесь вообще вы депутат? Ну, хорошо. Да ты, я вижу, холоп, не уймешься! Ну, хорошо, так, а я таксист, и что теперь? Слушай сюда меня. Не слушай, а слушайте. Я тебе могу такие неприятности задать. Что? Минимум, твои колеса на твоей Колымаге будут пробиты. А максимум, ты можешь уехать на несколько лет. Это вы, типа, угрожаете мне, что ли? Я не угрожаю, констатирую факт. Да мне вообще насрать. В смысле насрать? Да просто насрать. Забирайте свои деньги, идите в магазин и вообще ходите. Вот, блядь, любое другое такси вызывайте. Хорошо такие, подумал. Такие разговоры. Да я вообще отлично подумал. Я отлично подумал, когда сел в эту тачку, чтобы работать таксистом. Ну смотри, да. Потом как бы не пришлось-то пожалеть. А как я пожалеть могу? Ага. Да. Ну я уже озвучил. Озвучил? Например. А вариаций на самом деле очень много. Деньги заберите свои, у вас поездка по безналу. Хотите, идите сами в магазин. Я понял, вариантов очень много. Ну вы зря, кстати, так делаете на самом деле. Потому что, ну вы же не знаете, да, тоже людей. Может быть, у меня сейчас какой-то кризис возрастной. Я сейчас возьму, отреагирую на ваши угрозы. И... Как? Ну, как? Ты, ну, давай, я бы с удовольствием посмотрел. Прокляну! Я бы с удовольствием посмотрел на я это. Я уже ответил. Прокляну. Ха, так? Да, ха, так. А еще как можно? А дальше секретик. Ну, смотри, ты мог сейчас и поднять бабок, и остаться целым, невредимым, а так... Я запомнил твой номер машины. Ты зря это сделал. Так лучше запишите, не надо мозг тренировать. Вы запишите, чтобы не запоминать это. Ой, зря. Ну ты мы приколимся. Что, вас ждать или что в итоге? Жди, да, подожди. Жди, короче. Нормально все. И жди неприятностей. Давайте. Га. Как меня какой-то фуфло, блядь, еще оставил, сука, с копыт насыпалось, блядь. Ах, что мы, как мы дожили до такого, блядь, что каждый, сука, прыщ хочет, чтобы его вырос без операции. А только лишь на собственных... мыслях о... Вот упырь, а! Вот у меня слов других нету. Проблем мне хочет создать. Да, да в очередь становись! Проблем он мне хочет создать. Вот вы спрашиваете, типа, откуда в Питере столько... 10 поездок, 20 поездок, бывает и 30 поездок проходит просто спокойно. Садится чувак, садится чувиха, садится пара, тройка, неважно. И ничего не происходит. Но, сука, на 10-е, 20-е, 30-е обязательно сядет какой-нибудь дебил. Либо пьяный, либо какой-то муниципальный депутат. Хер его знает, депутат он на самом деле, не депутат. Вот как это? Вот это даже... Сами знаете, в какое время живем. На всякий случай рожу ему замажу, чтобы он хер его знает, чтобы не подставить его, чтобы его свои же с говном не съели.
каком моменте так произошло? А ведь мы же все вот реально добрые, кайфовые люди, да? Придешь кому в гости, и напоят, и накормят, да? И спать уложат. Ну, все же такие вот, в личных разговорах, все такие добродушки, душки и все. Ну, как вот общество, оно, конечно, вот, просто кошмар. Ну, что это? Что он тут исполнил? Сходи, слышь, ты, это самое, купи там сдачу себе, оставь. Ну, ты че? А кто из таксистов так делает, у меня вопрос? Это он сейчас выебал здесь, что все бегают. Вот напишите, вы бы сходили бы? Ну, вот неважно, таксист вы, не таксист. Вот вы бы сходили, вам дают бабки, говорят, слышь, сходи в магазин, купи мне сигарет. Вот вы бы сходили? Это я еще мягко отреагировал, мне кажется, просто от неожиданности такой наглый. Видимо, день сегодня уже не получится. Если автомобиль уже энергетикой ублюдской заговнялся, то все надо это самое, пойти кофе попить, как говорится. Сбросить эту шляпу. Ну, это просто человек. Это же не в целом, да? Это же я не говорю, что все депутаты такие. Ну вот, вот это просто человек. А если он вообще депутат, хуй знает. Может, он просто выебался здесь сидел. Депутат. Надо было мне его... Ладно. Не надо было. Пишите.